Здравствуйте! Все, что происходит во ВСИН, останется во ВСИН навсегда. Последняя попытка быть более открытым этому закрытому ведомству потерпела неудачу. Была уволена Анна Каретникова. Это правозащитник, которая была кадровым сотрудником ВСИН. И судя по комментариям, которые она дала СМИ, она не сама уволилась. Ее, как бы сказать, так мягко попросили. И она покинула Россию и сейчас находится во Франции. А это значит, что угроза действительно была серьезной. Было чего бояться. И о том, что это значит, чего ожидать от ВСИН в дальнейшем, мы поговорим с лидером движения ГУЛАГ-Инфо Денисом Солдатовым. Здравствуйте, Денис. Что это такое? Что это значит? Чего ожидать? Ну, на самом деле, хочу сказать добрые слова об Анне Каретниковой. То есть, это человек, который просто постоянно находился, скажем так, в помощи заключенным. Этот человек жил в этой помощи и просто существовал только ради того, чтобы помогать людям, которые попали в места лишения свободы. Человека, наверное, равного ей вот сейчас для помощи по московским СИЗО я не вижу. И в ближайшее время, наверное, такого не будет. Как, допустим, если сравнить, ну, здесь, слава богу, она просто уехала, вот Андрея Бабушкина. И отъезд Анны Каретниковой – это очень плохое событие, которое говорит о том, что команда бывших полицейских, которая сейчас заняла ВСИН и продолжает там расставлять везде своих людей, ну, она продолжает определенные чистки. Анна все-таки выходец из нашей оппозиции, я считаю, что все-таки конструктивной. И поэтому, как человек, который перешел, за что и ругали якобы на сторону ВСИН, то есть человек перешел из такой оппозиции, когда из так, всяких хельсинских групп, мемориалов и прочих правозащитных организаций. Это вот из той плеяды еще человек. То есть, когда она пришла во ВСИН, все ее, ну не все, но очень многие ее осуждали. А оказалось, что она стала делать только, получив эту должность, гораздо больше, чем она делала до этого. Ну, по большому счету, многие наши правозащитники, им можно поставить знак минус, они просто называются правозащитниками, а на самом деле занимаются какой-то непонятной деятельностью. Особенно это касается тех, кто сбежал на территории западных стран. Но вы сейчас про Осечкина говорите? Ну, в том числе и про Осечкина. Вот только блеять могут с Ютуба, рассказывать нам сказки какие-то, рассказывать про каких-то вагнеровцев, которых он там куда-то перевез, про сотрудников ФСБ, которые якобы перешли на его сторону. Причем, ну, как бы далеко не надо ходить про тех даже сотрудников ФСБ, которых он рассказывал. Это вообще не сотрудники ФСБ были, вагнеровцы. Тоже не вагнеровцы, а просто бывшие заключенные, которые сбежали. По большому счету, Анна Каретникова очень бодрый человек, который, конечно, не будет просто так сидеть. Плюс она обладает каким-то набором определенной информации, которая у нее есть. Ну, я думаю, в том числе и про Осечкина, и его там делишки. Поэтому она что-то может рассказать интересного. Мы понимаем, что кормушка на Западе не такая большая, и, ну, как бы сейчас идет битва за кормушку. Ну, пока Анна Каретникова еще об этом не знает, наверное, до конца, но Осечкин четко защищает свою кормушку. Анна Каретникова, по большому счету, не вписывается в систему нынешней структуры ВСИН России. Ну, раньше вписывалось или тоже вписывалось? Или просто пришли новые люди, новые правила, новая метла, по-новому метет? Она не подходила. Она подходила под политику того же Калашникова, когда он был директором ВСИН, который поставил, скажем так, одной из основных задач – это спокойное сидение заключенных в местах лишения свободы. Кстати, можно тут напомнить про то, как был скандал при Калашникове в саратовских этих колониях, причем инициировался этот скандал как раз именно товарищ, который нам совсем не товарищ, Осечкин, и он, скажем так, этот скандал привел фактически к отставке Калашникова и его команды, но надо заметить, что те события, на основании которых снесли Калашникова, они происходили еще при бывшем директоре и при прошлой команде Толь-Толь Чарутова, с которой был очень дружен Осечкин. И фактически тот же Осечкин выполнял заказ
прошлой команды Рудова. Ему специально были предоставлены спецслужбами нашими документы, чтобы выложить это. И специально был вот этот человек непонятный, к нему отправлен. Его нигде не задержали, что очень странно, хотя его останавливали, досматривали, осматривали, ничего у него не изъяли, он благополучно доехал до осечки. Но сейчас мы уже знаем эту процедуру. Надо напомнить нашим зрителям, они, возможно, не понимают или уже подзабыли немножко, о чем идет речь. Это о том, что было слито, попало в руки Осечкину 40, кажется, 40 гигабайт, да, 40 гигабайт издевательств, все пыток над заключенными. Никаких, ну, такая информация была, во всяком случае. Было. Да, нет, это то, что Осечкин это всегда говорит, это можно делить на 90. Скажем так, это сейчас мы можем точно сказать, ну, с большей вероятностью о том, что это была определенная, скажем так, операция прошлой команды ФСИНа, который зачищал как раз Калашников, направлена на дискредитацию нынешнего руководства. Эти все файлы у них были, они подсунули вот этого заключенного, подсунули ему, это ничего он нигде не скачал, это все вранье. Он был, его вели спецслужбы от на нашей территории до границы Российской Федерации. Несколько раз его останавливали, досматривали, я опять-таки повторяюсь, ни разу его никто не задержал, не обыскал. Ну, вот это ваше заявление по поводу спецоперации старого руководства ФСИН против нового руководства, оно, конечно, требует, ну, наверное, отдельной какой-то, отдельного разговора, потому что такая тема большая. Да. Все-таки возвращаясь к увольнению Анны Каретниковой. Пойдет ли это увольнение на пользу ФСИН? Я считаю, что это ни на какую пользу ФСИН не пойдет. Более того, это нанесет удар по системе, которую пыталась создать Каретникова, которую пытаются создать правозащитники наши, которые еще хоть как-то здесь остались и что-то делают. Система открытости. Но это шаг. После нескольких шагов вперед мы получаем гораздо больше шагов назад. Мы начинаем возвращаться в наш старый советский ГУЛАГ.